Потерпевшая, выходя из машины, потеряла золотую цепочку стоимостью 60 тысяч рублей. Дорогую находку заметил и подобрал прохожий. Вместо того, чтобы в отношении находки совершить действие на ее возврат собственнику, подозреваемый направился в ближайший ломбард и сбыл ее за 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конечно, виновник все осознал и раскаялся, а мы же на всякий случай напомним, как ему нужно было поступить с самого начала. Подозреваемый должен был взять обнаруженную вещь и обратиться либо в полицию, заявить о своей находке, о том, что он нашел в данном месте, ну, в нашем случае, цепочку. Обратиться в магазин, возле которой как раз-таки нашел он эту цепочку золотую, и сообщить о том, что он ее нашел. Оставить свои контактные данные. В общем, не повторяйте судьбу злоумышленника. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.